топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Адвокат Андрея Алешкина опроверг сообщение СМИ о втором отказе актера Михаила Ефремова от его услуг. Об этом сообщает ТАСС. «Ни я, ни Невская коллегия адвокатов отказа от меня не получали. В соответствии с законом я обязан осуществлять адвокатские полномочия в отношении клиента до тех пор, пока не получу от него отказ. У меня нет задачи каким-либо образом вредить Михаилу Олеговичу», — сообщил юрист. Также Алешкин заявил, что если такой отказ и будет, то он сразу расскажет об этом. Адвокат убежден, что идет влияние семьи на артиста. Правозащитник отметил, что кассационная жалоба на приговор Михаилу Ефремову уже написана, но будет подана после выяснения его процессуального статуса. Адвокат со стороны потерпевших считает, что подобные заявления об отказе услуг связаны с интригами среди близких актера. «На мой взгляд, все это результат интриг ефремовского двора. Но уже очевидно, что кому-то из его близких не очень хочется, чтобы он оказался на свободе», — сказал юрист. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.